Всем доброе, предоброе утро. Вот такие вот мохнатые товарищи у нас с утра прямо на подоконнике развалились вальяжненько. Не отдыхают, вы видите? Непонятно, где один кот, где второй. Один кот, плавно перетекающий во второй кот. Прикольные такие. У нас кипиш по-прежнему. Мы завтракаем вдвоем с Николаем. Вон, девчата только попросыпались, они будут у нас завтракать папаже. Чем мы будем с Колей завтракать? Оп. У нас Оп. Есть борщец, у нас есть вот такая замечательная колбаса. Вот с, как его? Пампушками. Ой. Ай, будь здорова. Ой, спасибо большое, ё-моё. Вот это я чихнула. Машка, что за булочку я там? За какую булочку? Да мы уже такую что булочку это? Показывали. Этому? Мы показывали уже эту булочку, мы кушали уже такую. Эту. А Коля не помнит? Не, такую мы не брали. Не брали? Не, это же в этом, в Walmart. А, да? Брали другую. На. А ну-ка, что? Она в Walmart покруче будет. А, тут да. Много. Тут нет. Побольше. Ну, посмотри, ты посмотри, какую мы ели. А в какую? Там вообще было мокро, фигня. Не, я говорю, что это как альтернатива той, которая была в этом. Вот. Ух, нифига себе, одна булка 71 гривна стоит? Две. А, две булки. Две. Серьезно? Я даже не знала, сколько они стоят. А ты что, не видишь ценник? Ну, по весу, она поняла, тут мака нормально. И я уже два куска утром съела. Видишь? Угу. Да я вижу, вижу. Вылазит. Да вижу, вылазит мак. В общем, в Walmart. А то, что мы покупали возле хлебзавода, да, то не так много этого. От хлебзавода, которая прямо. То там не столько этого. Что это в голове? Такой петушок. А та, которую мы ели? Да нет, ты ее не ела. Я не ела ее. Так, кушаем борщиц и кушаем... А, здравствуйте, товарищи. А, вон, пожалуйста. Здравствуйте. После вчерашнего шашлычка, Коля, не совсем здравствуйте, да? А ты же просто начала с котов, а потом перевела на борщ, а она со меня даже не перевела. Со скотов начала, со скотов. Ну, даже не показала меня не это самое. Да, кстати, мы вчера так шашлыки не доели. Да. Так что на обед можно будет шашлыка. Сейчас с утра лучше борщиц, конечно. Угу. В общем, вот такие вот у нас завтраки. Я села с утра, попыталась клепать видео, надеюсь, там все нормально. Надеюсь, я ничего не прослушала. Так что такие пироги. Все, кипиш у нас начался, что я могу сказать? У нас остался 10 дней до Нового года, а нам куча еще всего надо сделать. Вон, кстати, там еще вчерашние покупки с Авроры. Так мы их никто и не разобрал. А вот то, кстати, клей. О, покажи этот клей. Дотянись. Вот этот клей липучка. А то меня спрашивали, он есть и в таких маленьких тюбиках. Это то, что мы клеили на кухню, вот эти, как они? Кирпичики. Кирпичики, да? Вот. Вот на такой клей клеили. Только мы в ведерке у нас брали. Ну, а значит, это прямо. Да, а это прямо есть вот в таких тюбиках. Вот. И удобнее брать отсюда, потому что наносить удобно через носик, получается. Так что, кто спрашивал, вот такой вот клей. Написано вот такой вот. Акриловый монтажный? А, да, акриловый монтажный. Сумасшедшая липучка называется. Во. Так, ну все, ребята, это мы будем клеить это чудо-кубики, как Коля говорит, жлобство. Ну, а что у нас? Ну, это будет лучше, чем вот такой вот потолок. На кухне просто, понимаете, у нас же что же гипсокартон. Там из таких кусочков уже стрёмненьких сделано. Почему ничего с потолком не делали и не шпаклевали? Потому что мы же будем тут потолки все эти подымать со временем. То есть смысл сюда же куча шпаклевки наносить. А на кухне у нас просто из таких штопанных кусочков, поэтому мы решили взять все-таки вот эти самые дешевенькие взяли. Как они называются? Фальш-потолок? Не, не фальш-потолок. Да, ну, типа фальш-потолок, да. Вот. Фальш-потолок, это типа потому, что фальшивый? Слушай, никогда не задумывалась, капец. В общем, взяли этот фальш-потолок, будем клеить. Мы, короче, вам попозже это все дело покажем, потому что вчера времени не было, вчера шашлычок был, а сегодня еще пока мы с ней не проснулись толком. Все, всем приятного аппетита, кто кушает с нами борщичок и колбаску. Вкусную, если вкусную. Что, не выдержала душа поэта, да? Ага. Решил он все-таки разогреть шашлык. О, это грибочки еще вчерашние, да? Угу. Ням-ням-ням-ням-ням. Обалденный шашлычок, но мы не одужали вчера, да? Столько да, всего, что, блин, капец. Ну, так его два с чем-то кило, блин, было. Ого, вы что, обалдели? Угу. Кошмар. Ну, пожалуйста. На обед, а Коля такой, да нет, наверное, я возьму кусочек, разогрею, блин. Конечно, разогрел, в итоге, вернее, разогрел все. Ну так, а то что, я один буду сейчас есть, что ли? Сейчас девчонки дам.
как-то уже присоединяться. Угу, угу. В общем, всем приятного аппетита, кто кушает шашлындос с нами. Ням-ням-ням. Всем привет, привет еще раз. Так, у нас возникал вопрос, хотела сразу ответить и забыла, как-то там это самое и забыла. Нам еще в город съездить надо, поэтому сейчас мы быстренько-быстренько собираемся и едем. Вот, ответить на вопрос, почему девчата наши не соблюдают карантин? Они соблюдают карантин. Вообще рассказать, как это все происходит. Дело в том, что когда въезжаешь в страну, да, ну, у мамы было немножко по-другому, допустим, она тоже, когда въезжала, их там группой собрали и, в общем, показали, как установить программу, которая, значит, отслеживает человека, который присутствует, вернее, въезжает в страну, и его потом отслеживают по программе в телефоне, то есть там программа специальная. Но когда мама въезжала, их как-то группу там, я не знаю, как там их, чего, но она так эту программу, то есть, и не установила, не знаю. То есть, это было как-то вот, когда их везли, это было не очень там, может быть, так серьезно. Но, во-первых, сейчас Польша, пока мы в зеленой зоне, то есть, вроде бы безопасная зона, но все равно, вот, допустим, когда девчата уже въезжали, у них совсем было по-другому. Их прям собрали группой, установили эту программу, то есть, посмотрели, чтобы эта программа была, ну, запущена. Вот у каждого посмотрели, что было запущено. И там, значит, такая программа. То в телефоне стоит приложение, такая программа, что ты приезжаешь, у тебя дается, как после въезда в Украину, тебе дается 17, по-моему, часов или что такое. Вот, на... Или 20 часов, я даже не помню. На то, чтобы... как его, господи, запустить старт. То есть, что я на месте, типа, я прибыл домой, запускаем старт, и после того, как старт запущен, то есть уже за тобой идет слежка, можно так сказать. То есть, как вам объяснить, все ее передвижения отслеживаются по телефону. Указывается в этой программе о том, что ты можешь выходить не больше, чем на 2 часа за день на улицу. Вот, указывается, что только в аптеку, в магазин или же на выгул животного. Вот, и указывается, что там по километражу не дальше там, чем сколько-то. Если ты живешь где-то в пункте, где далеко магазины устроены и все остальное, потому что Даша звонила, узнавала. Вот, то там они же смотрят по району, то есть ты должен обязательно геолокацию свою найти и указать именно дом, где ты находишься. Там же сразу же в Google карте, допустим, есть, где находятся какие, допустим, большие магазины, аптечные пункты и все остальное. То есть это все отслеживается, все там умная очень программа. Там радиус 1 километр, по-моему, разрешается. Да, но если у тебя в радиусе 1 километра нет ни аптек, ничего такого, то тогда, Коля, тебе разрешается дальше выходить. Вот. Она же звонила на горячую линию. Вот, и, но, если ты приезжаешь и сразу же самостоятельно сдаешь тест на корону, то во время того, как ты сдаешь, во-первых, же записывается твой номер телефона, туда-сюда, оно к программе подсоединяется. То есть ты приходишь туда, но они вот сразу же, мы их сразу же отвезли, они сразу же сдали тест, вернее, Коля их отвез. Вот, сразу сдали тесты. Сразу же подключается к программе, то есть они указывают там, когда в синего, вот они в синего сдавали. Оказывается, у нас синего, ну синего это вот, сейчас я вам покажу. Вот, вот, сейчас, 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 сейчас. О, покажу. Вот так вот, синего написано, видите, синего. Это у нас, ну там, где я анализы постоянно сдаю, вот эти вот дорогие и все остальное. Вот так выглядит, ну этот запрос на сдачу теста. Стоит 891 гривна. Вот, 891 гривна. Вот, Парфенова Даша, видите? Дарья Сергеевна. У Светки такой же. Но это то, что они... Это не сам тест. Это то, что они оплатили и все остальное. В общем... сразу же, и очень удивительно, раньше, когда сдавали такие тесты, не кровь именно, а именно вот полностью с носа, со рта, вот этой штуки, то раньше долго как-то шли, 3-4 сутки, суток вернее. Им тоже сказали, что в течение 3-4 суток будет. И пришло им сразу же на следующий день. Представляете? Вот, только, по-моему, ну, получается, через сутки пришел ответ. Значит, как только, а вернее, они, под, значит, когда в синего это заходили, сказали, что они на программе на этой, они подключились, вернее, ну да, как там подключились, что сразу тесты их, их результат теста, был бы он положительный, был бы он отрицательный, отправляются туда на программу. Вот. И естественно, что оно автоматически, получается, приходит туда,
в эту программу, и потом ты заходишь в эту программу уже дома, когда ты получил эти, ну, тоже и на смс-ка в телефон тоже приходит, что какие у тебя положительные или отрицательные тесты, и ты себя снимаешь, то есть так как у тебя все нормально, ты себя снимаешь с вот этого вот контроля. То есть пришел и Свете, и Даше хороший тест, нормальный, все, и они все сняли с контроля, теперь они могут себе ходить где хотят, то есть никаких проблем не будет. Если же они нарушают правила, ну то есть вы понимаете, да, если этот срабатывает, а там еще такая штука есть, когда, значит, подключаешь вот этот наблюдатель вот этот в телефоне, значит, тебе могут в любой момент позвонить, и ты должен прямо через эту программу себя сфотографировать в том же месте, где ты фотографировался в первый раз, когда ты приехал домой. То есть вот ты приехал домой, там запрос, ты, то есть включаешь эту программу, что ты прибыл на место, ну, домой, вот, находишь геолокацию, выставляешь где, свой адрес там находишь, все, и выставляешь, и тебя сразу же запрос, типа, сфотографируйтесь, ну, где-нибудь на фоне чего-нибудь, дома, допустим, да, и ты, значит, фотографируешься на фоне чего-нибудь. И в следующий раз, когда тебе могут в любой момент программа присылать запрос, типа, вышлите фото, и фото только через их программу, не, то есть не взять с телефона где-нибудь фото, а только через их программу, сразу же там же высвечивается геолокация, где сделано фото, с какого адреса и все остальное. Так что вот такие вот пирожки, систему не обманешь, как говорится. Можно было бы оставить телефон и уйти куда-нибудь, да, как говорит, да, можно оставить телефон и пойти куда-нибудь. Но если тебе в этот момент позвонит, значит, эта программа, ты должен все успеть сделать в течение 15 минут, то есть сфотографироваться дома и отослать. Если нет, выезжает наряд полиции, то есть они сразу же передают информацию в полицию, и наряд полиции выезжает, то есть проверить, дома ли ты, может, ты просто спишь, там не слышал или еще что-то. В общем, проверки есть. Ну, это, по крайней мере, так говорится в программе. Вот. Ну, на слава богу, все нормально, тесты отрицательные, поэтому девчонки могут спокойно путешествовать сейчас где хотят. То есть спокойно у них все на руках, и в телефоне получается, и программу эту от них отсоединили. Все, в общем, вот такой вот информация у нас. Какая еще? Что еще интересовало людей? Девочки, мальчики, я хотела сразу же поизвиняться за то, что не вовремя отвечаю на комментарии. Там у меня убежали комментарии, по-моему, еще за позапрошлое видео. Я недоотвечала, честно говорю. У меня просто не было времени. Я уже вчера сидела. Все тут сидят, а я, блин, сижу на комментарии отвечаю, понимаете? Просто я же говорю, что я очень всем благодарна за то, что вы поддерживаете, за то, что пишете, за то, что хвалите, за то, что где-то, может быть, ругаете. Вот. Всем-всем-всем очень благодарна. Я хотя бы пробегаю эти комментарии, там то Коля в телефоне пробегает, просматривает, чтобы никаких нигде гадостей не было. Я сейчас честно вам скажу, я сейчас удалила, ну, заблокировала уже 4 или 5 человек, даже больше, наверное, человек 6 заблокировала. Потому что я не хочу перед Новым годом читать какие-то гадости. Я не хочу перед Новым годом ни себе портить настроение, ни вам же портить настроение. Почему? Потому что бывают, ну, они не хейтеры, ну, не просто вредные люди, как говорится, портят вам настроение. Знаете, тоже не хочется зайти на канал и, ну, получить позитив, а тебе как кто-то взял и бяку написал, да, и уже настроение испорчено. Потому я таких людей удаляю. Николай, можно было Рема впустить? Он же плачет. А я как раз снимаю. Вот, и это самое. Поэтому я, ребята, удаляю, и если вдруг где-то что-то, кто-то вам написал гадость или еще что-то, вот, пожалуйста, вы мне свежим комментарием напишите об этом. Потому что те комментарии, которые ниже убегают, я их просто-напросто не успеваю увидеть, может быть, где-то что-то, где-то прочитать. Если, например, образовывается ветка, опять же говорила. Вы мне свежим комментарием напишите, я вернусь, я посмотрю, где это, что это, и обязательно или удалю, или заблокирую, или еще что-то. Так что вот так вот. Если я вижу, что все пока не нормально, все хорошо, я людей не трогаю. Вот, ну, в смысле, да, вот так вот. Ну, вот так вот можно сказать. Хочется и себе отдохнуть в Новый год, в том плане, что от всякого этого непотребства, как я говорю, и вас уберечь от всякого рода вот этого непотребства. Вот, никому не хочется получить неприятное какое-то, да, что-нибудь в комментариях. Поэтому так вот.
Вот, что еще хотела сказать? Что поизвиняться, что если кому-то я не ответила на какой-то нужный и очень там серьезный вопрос, если вдруг вы задавали вопросы, вы видите, что уже сутки прошли, допустим, а ответа нету, вот, значит, я его где-то пропустила, где-то потеряла. Поэтому, если у вас серьезный, действительно нужный вопрос, напишите мне в новом видео, прям вот наново, допустим. Я как только видео выкладываю, я стараюсь, если мы никуда не улетаем, не убегаем, не уезжаем, то я сразу стараюсь сидеть и быстренько-быстренько отвечать, свежему, чтобы, знаете, вот. И тогда есть больше вариантов, что я все увижу, все прочитаю и на все отвечу. Действительно, я очень-очень вам благодарна за поддержку. Я очень благодарна вам за то, что вы смотрите рекламу. Вы пишете мне о том, что я смотрела вместе с рекламкой. Спасибо огромное, потому как это очень большая для нас помощь. Ведь многие знают, что только благодаря рекламе мы и зарабатываем. То есть за видео, за само видео нам никто не платит. Платит YouTube за то, что он вставляет рекламу в это видео самостоятельно и... просмотрев эту рекламу от начала до конца, ну, вы в смысле просматриваете, а нам капает какая-то денежка. И уже много-много обзоров вышло. Вон и на нас обзоры выходили, и на артистов обзоры выходили. На многих блогеров выходят обзоры, сколько зарабатывают ютуберы, да? Вот. То многие уже видели, что 79 центов, 80 центов за 1000 показов рекламы. То есть 1000 раз кто-то должен посмотреть рекламу, чтобы нам капнуло там этих 89 центов. Поэтому я же говорю, что спасибо вам огромное, что не пропускаете, что смотрите, что таким образом помогаете нам. Мы стараемся снимать все, что успеваем, так сказать, для вас. Ну и очень благодарны тем, кто нам помогает хоть немножечко заработать. Так, девчоночки и мальчишечки, вот такой вот будет, наверное, коротенький у нас влог, потому что мы сейчас в город уезжаем. Вот, нам нужно кое-что купить, кое-кому что-то отослать, где-то как-то чего-то сделать. Ну, в общем, свои дела какие-то порешать. И вряд ли мы будем в городе снимать, вот, потому что все быстро-быстро, как, знаете, как лошади. Бегаем, скачем, и сегодня у нас еще и прохладненько, сегодня у нас минусовая погода. Хоть на улице ни снега, ни мороза, по-прежнему у нас трава зеленая. Вы там же спрашивали, как у вас погода? Трава зеленая стоит, но вот так вот бывает, что морозец, -2, бывает 0. Оно то падает, вернее, то поднимается где-то до -2, то падает на 0. Поэтому так. Вот сейчас мы едем в город, быстренько по магазинам, нам надо какие-то вопросы решить, заехать на почту. Вот, ну и вот так вот. И если чего-то приедем вечером, будем делать такое интересненькое, обязательно вам покажем. Если ничего суперинтересненького делать не будем, то и не будем хватать камеру, чтобы лишний раз вас не нагружать, не напрягать, вот, чем-то нашим неинтересным. Вот, и лишний раз там не придумывать что-то такое, знаете, чтобы было. Потому что бывает же такое, ну что там интересного? На куче все собрались на этой кухне, давай там кто-то убирает, кто-то там посуду расставляет, кто-то еще что-то, кто еще что-то. А, еще за эту было. А, вопрос был за, как он называется, посудомойку, типа. Ну вот видите, уже 10 раз успели вручную помыть, типа быстрее было бы. Девочки, у нас проблема не в том, что быстро надо или медленно надо. У нас вопрос в том, что сколько расход воды идет. У нас же яма, яму, которую нужно выкачивать. Набирается она очень быстро. Вот. И поэтому расход для нас воды очень важен. Когда мы моем вручную посуду, у нас очень-очень много уходит воды, потому что намылил, смыл, каждую вилочку помыл, каждое то, каждое все. Вот. А за один цикл в посудомойке уходит всего лишь 9 литров воды. То есть одно ведро, это то же самое, что один раз смыть унитаз, понимаете? Вот вам и пожалуйста. Поэтому посудомойка для нас как экономия не времени, а именно экономия воды. Вот. Ну, в принципе, как-то так. Понятно, что сковородки, мы уже поняли, что сковородки нельзя мыть туда-сюда. Вот такие вещи мы, конечно же, моем. Вот, ну а обзор мы нормально уже сделаем, когда вот уже немножечко спадет вот этот ажиотаж, вот это вот все, вот эта беганина у нас. Вот, ну что хочу сказать, вот вилки, например, да, вот между вилочками, вот там вот все отмывает просто идеально. Вот мочалкой вы так не отмоете никогда, ни железной, ни обычной, никакой. Прямо вот оно видно, там прямо вот такие вот все вот эти маленькие-маленькие деталечки, ну полностью все отмывает. Тарелочки тоже хорошо. И стаканы, про то, что я говорила, что стаканы вот в рисунках, да, обычно такое бывает, что там забивается, ты вроде и моешь, но все равно в уголочках остается. Очень хорошо отмывает, мне очень нравится. Да, может быть, это не для того, чтобы
пользоваться, там, знаете, одну тарелку, там мы покушали, да, там чуть-чуть, и все, и мыть сразу. Такую тарелку, конечно, можно и под краном сполоснуть, но если вот нужно загрузить, чтобы отмыть хорошенечко, вот опять же праздники надвигаются, да, зачем же стоять вот там возле возле крана, у меня, я думаю, уже за город, понимаете, вот у меня каламбур, каша в голове. Зачем же стоять все на празднике, возле праздничного стола, ты стоишь там, драешь посуду. Да нифига, сложил все, загрузил, закрыл и все. И еще один был вопрос по поводу того, что мы думали, вы посуду поменяете, а вы старые тарелки используете. Это все до поры до времени. Сейчас мы только купили, по-моему, 10 штук тарелок. Вот. Еще нужно найти наш старый новый набор. Ну, то есть у нас есть новый наборчик, мне дарили на день рождения, посмотреть, какие там тарелки. Вот. А старые, да, я буду их убирать, и я, может быть, вынесу их в старый дом. Ну, мало ли, знаете, там. Вот. Нет, те, что отщербленные, прямо так хорошо отщербленные, я их выброшу. Правильно вы говорите. Нужно расставаться с битой посудой. Отщербленной, битой, там где-то надбитой. Это же все, как говорится, нельзя держать битую посуду в доме. Так типа к слезам, вот мы ее будем, от нее будем избавляться. Так что так. Все, девчонки и мальчишки, хочу пожелать всем хорошего настроения. Кто еще не купил подарки, бегите за подарками. Кто еще не дозакупался на праздничный стол, уже можно смело дозакупаться. Уже осталось сколько там, 9 дней или сколько, или 8 дней, господи, какое сегодня у нас число. Или 10 дней, да. Вот, но это же уже все мелочи. Сейчас очень хорошие скидки на колбасные изделия, потому что мы пока мисс колбасу такую особо не покупали, но я видела, что на многие колбасы сейчас большие скидки, в Элмарте большие скидки, в Ятрани, кто в Украине живет, в Ятрани очень большие скидки, и причем такие добротные. Вот. Да на все, если сейчас по магазинам пошастать, побегать, порыскать, так сказать, то можно нарваться на очень хорошие скидочки. И причем товар, я смотрела, это не потому, что он там просроченный, поэтому скидки или еще что. Нет, товар хороший, свежий, все, даже на вид видно, что он свежий, хороший товар. Просто вот людям такие вот, они весь год завышают цены, а потом скидки делают. Так что так, мелочь, а приятно. Все, девчонки и мальчишки, всем счастья, удачи, любви, позитива обязательно, позитива. Дарите свой позитив людям и будете в ответ получать тоже позитив. Всех люблю, всех тем. Все, всем пока-пока.